Молодой редкой без устали плывем. И не бойся простудивших заболеть. Возраст — это понимание любви, как единственного чуда на земле. Верно ли сумели мы прочесть 10 фраз, оставленных Христом? Возраст — это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов. Кто ты? Чего в себе достиг? Чей ты друг и кто твои друзья? Возраст — это приближение мечты в окончании земного бытия. Смерть, конечно, человечество страшит, но какие там у нас с тобой года? Возраст — это состояние души, конфликтующее с телом иногда.